Всем привет! Сегодня буду делать обзор магазина De Facto. Вот он сзади меня. Мы находимся в центре Кемера. Тут есть знаменитые башни. Вот там тоже башня. Вайкики, Фло, De Facto, Мигрос. Все рядом. Проживаем мы также в том же самом отеле Seven Seas. И сюда доехали с Мирошом на автобусе ТА-08. Вот на таком автобусе. Сколько проезд стоит, не знаю, он все время по-разному стоит. И мы будем в магазине De Facto, его мы любим намного больше с Антоном. И вот у него много последней футболки отсюда. Здесь более современная одежда. Магазин тоже большой, 4 этажа. Пройдемся, посмотрим коллекции и цены. Здесь я точно себе что-то куплю. Вот такие летние костюмы. Тоненькие, хорошие, 100 лир. Смотрим, как всегда, на нижнюю цену, не на верхнюю. Это в кредит. 100 лир шорты и топ 80 лир. Есть разные цвета. Прям нравится, возьму. Тут у нас шорты, велосипедки. По 60 лир. Разные цвета. Так, топы. Тоже какие-то, видимо, спортивные. С таким необычным плечом. 90 лир. Тоже велосипедки немного с другой ткани. Я вас замучу сегодня с ценами. Надеюсь, будет полезно. 90 лир. Пишите, полезна ли такая информация подробная. Такие топы 100 лир. 400 примерно рублей. Ну, с учетом курса, возможно, и 350. Да, это я зашла в спортивную одежду. Штаны 129. Какая-то распродажа уже идет. Такой спортивный топ 70. Кроссовки кому надо. Кстати, я на них смотрела. Легкие такие, прикольные. Надо померить. 400 лир. 1200 рублей. Разные кроссовки. Ну, однозначно в этом магазине модели более современные, чем в Вайкики. 349 лир кроссовки. Вот еще костюмы. Шорты и топы. Топы вот по 60 лир. Шорты. Эй, спешися. 70 лир. Майки. По 70. Ну, примерно 300 рублей все стоит. В общем, выбрать спортивное есть что. Купальники. Да, здесь поинтереснее они. Тоже есть разные цвета. 200 лир. Такой синий рубчик. Шлепки. Причем такого фасона шлепки во всех магазинах продаются. 100 лир. Так, 129. Такие литые побольше. Пляжная сумка. 150. Шлепки, кстати, очень легкие. Нету моих размеров нигде. А у меня тут шлепки ворвались. 100 лир. Может, конечно, что-то и найдем. Я про размеры. 39-40 есть, а 40-41 нету. Так, вот такие целые коллекции. Вот эти раздельные купальники. 119 топ. И трусы 119, цель накроенный купальник из этой же коллекции. 169 и вот такое пляжное платье. 249. О, крутая туника, смотрите. 179 лир. Там сзади купальник. И шляпки. Так, зря сняла. Сейчас не одену. Черные купальники, кстати, очень интересные модели. 129, вот верх 89, низ 80. Это любители в горошек, в ромбик. Рубашка пляжная. 149. Тут все по цветам, видите, по коллекциям идет. Вот здесь оранжевая, кстати, вот неплохо. Надо померить. Ищите меня скоро в оранжевом купальнике. Сиреневая. Ну, явно интереснее по пляжной одежде в этом магазине, чем в Вайкики. Тут такие халаты. 459 лир уже, там подороже цена. К ним уже купальник есть. Есть покороче такой халат. Даже к нему есть полотенце, посмотрите. Просто к коллекции есть полотенце. 179 лир. Пляжное платьишко. 149. Примерно рублей 600, может и меньше.
А мне нужно себе на день рождения что купить. Платьев летних очень много. И вот тут еще куча одежды. Футболки написано от 80, но обычно она где-нибудь одна такая 80 лежит, все остальные стоят дороже. Вот 119, 19. Не знаю, чем так делать. О, вот 80 нашла. Еще много летней одежды. Очень много разных джинсовых шорт. Коротких топов. Не знаю, такие многие любят. Цена на него 149. Кому желтую шляпку? Вот и джинсовые шорты еще целая куча. 129. Такие классические джинсовые шорты. 159. Джинсы 259. Видимо, какая-то новая мода. Я еще не успела за ней. 200. 259. Я обожаю джинсы и джинсовые шорты. 149. Вот такие тоже мне нравятся. Да, здесь много вязаной одежды в этот раз. 119, такой простил вязаный топ. Ну, средняя цена на шорты, вы поняли, 150 лир. Так, а мы с вами поднимаемся на верхний этаж. Там дети, всего 4 этажа. В магазине есть лифт. Сын меня ждет в детском отделе. Ох, чувствую, сегодня вас замучу. Один этаж, уже 6 минут получилось. Сказали одни блогеры вокруг, а потом сами смотрят видео. Так, детское белье. Ну, так, пройдемся быстренько. 60 лир, трое трусов. На мальчика, на девочку. Маечки. 7-8 лет, 50 лир, две майки. Много сандалий. По 100 лир, по 80-90. Такие костюмы. Ну и прелесть. Так. 149 лир, такой костюм. Примерно 600 рублей получается. Такой 129, примерно 500 рублей. Желтый такой же есть. Очень здорово, что сделано по коллекциям и в разных цветовых решениях. Так, что тут? Такая пижама, что ли, или костюм? Здесь как-то ценники тяжело искать, простите. 100 лир. 350-400 рублей за костюм. Здесь для мальчиков одежда. Футболка на 6-9 месяцев. 60 лир. 240 рублей. Вот такая футболка уже 50 лир. Так, это что у нас? 80 лир. Футболка? Нет, костюм. Такой вафельный тоже. Тема сейчас популярна, много где есть. Здесь уже одежда нам постарше. Платье. 149. Так. 80. Идем распродажи еще. Шорты вот от 60 лир. Да, 60 и стоит. Тоже много летних платьев. Написано он от 50. Такое тонкое. Для Турции, конечно, идеально. Но оно стоит 100. Цветов много разных. Фасонь тоже. Кроссовки детские, девчачьи, 300, 300, 179, Микки Маус, 199, распродажа. Есть такие даже в виде носочков. Такие модные шорты, 149, футболка 8 с каким-то рисунком, платье а-ля H&M, 40 лир всего, представляете? Таких много здесь. Очень тоненькие. 50 лир. Купальники. Прикольно. 100 лир. 129. Ну, цены разные. Это, видимо, домашняя одежда. Кто ценник оторвал. 60 лир. Так, ладно, пойдемте к мальчикам перейдем. Там дети. Тоже кроссовки 149. 149, что-то распродажено по цене. Кроссовки, джинсовые шорты 200.
тоже 200, в Дакисе 29, еще кроссовки по 200 лир. Так, популярная везде коллекция, она даже есть в Вайкики. Такие шорты 100 лир, тоже целая коллекция идет, футболки вот, 80. Кстати, в апреле такая коллекция была в Вайкики. Шлепки 80, тоже на распродаже все 80. Костюмы. Здесь, видимо, уже на постарше мальчиков. Трусы вот 13-14 лет, 60 лир. А цена такая же. Тут у нас, как обычно, сын сидит и скучает. Купальные шорты на мальчиков. Цену найду, скажу, 80 лир. О, есть такие зеленые поярче. 50 всего лир стоит. И тоненький, кстати. Я всегда сыну беру поярче, чтобы его было издалека видно. Так, вот еще такие, кто любит трусы. 80 лир. А это костюм, что ли? Нет, это просто сочетание сделали. Шорты 60 лир. Для постарше девочек одежда. Шорты 50. А, можно. И пойдемте вниз. Мужскую одежду посмотрим, еще немного женской. Можно. Не, еще два этажа. Да, напоминаем, что съемки одним дублем, без склейки. Поэтому, что получилось, извините. Так, здесь мы с вами были, народу все больше. Мы пришли к открытию. Но лучше приходить пораньше. Еще вот огромный женский отдел. Ух. Мне надо побыстрее ускоряться. Давайте больше просто покажу вам фасоны, какие здесь есть. Но однозначно здесь костюм, мне все это больше нравится. Так, вот, допустим, костюм 349 пиджак. Боди. 129. Много платьев. Буду сейчас себе выбирать на день рождения. Тапки 200 лир. Лето тут очень много. Можно, кстати, приехать просто закупиться. Льняные костюмы есть. Или под лен 179. Топы. 70. Вот такой пиджак, кстати, хотела померить. 369. Летнее платье в разных цветах. Мы были в торговом центре, и там ассортимент был намного меньше, чем здесь. Сумки 149, 179. Платье 300. Шорты розовые, джинсовые 149, топ 129. Вот такой вязаный топ есть, прикольный, прям вязаный. 149. Было, что вот де-факто много вязаных вещей сейчас продается. Наверно, ускорюсь. Шорты от 59. Цветные майки на лето от 50 лир. Обувь 349. Нам такая неинтересная сейчас обувь. Носки. Такие носки детские в прикассовой зоне. 50 лет две пары. Еще один вязаный топ. Так, тут одежда для беременных. Джинсы всего 100 лир. Платье 249. Интересные штуки. 200 лир. Ну, в пределах 1000 рублей всего. 800-600 тысяч рублей. Вот, шорты есть для беременных 189. Платья интересные. Домашняя одежда пошла. Костюм 129 лир. Еще костюм 149. Цены одинаковые. Домашнее платье 119. Белье.
Пижама такая домашняя, 149 вверх и низ по отдельности. Трусы 129 лир, 5 штук. И у нас с вами еще остался один этаж. Минус второй уже. Одежда для мужчин. Магазин, кстати, очень прохладно, хорошо, если находиться приятно. Да, это моя вторая проба по съемкам, поэтому извините, что получилось. Да, тоже много купальных шорт, мужские шорты. 129, 129, мы Антона здесь уже купили. Такие майки с высоким прорезью, 100 лир. Купальных трусов очень много. Вот такие розовенькие на Антона уже видели. Майк тоже много, по 60, по 100 лир. У Антона тут любимая майка появилась от этого магазина. Джинсовые шорты 269. Футболки. Здесь футболки такого нормального среднего качества. 100 лир. Рубашки пляжные, кто любит. 169. Расцветки всякие. Джинсы 300. На распродаже 200. 249. Рубашки. Такие летние. Расцветки льняные. 169. Красивые цвета. Белая такая клевая есть. 199, 200 лир, 800 рублей рубашки. Тут такой спортивный стиль. Шорты 200. Черные уже по 169. 169. Такая безрукавка с капюшоном 229. Шлепки 100. А я себе так шлёпки не нашла. Такая более спокойная коллекция. По 100 футболки лир. 350-400 рублей получается. Футболка 169, рубашка 200. Вот вообще по 80 продается распродажа. Кто хочет, может очень дешево это взять. И что-то яркое висит. Шорты вот по 80 даже есть лир. Черные по 149. Мокасины по 200. 349. Такие как велюровые. Здесь уже более официальная одежда. Полуфутболки. 129, штаны 199. Труселя мужские. Покупаешь одну и вторая за 49. Вот такие по 129. Мы их покупали. Отличного качества. Здесь много штук в пачке. 200 лир. 5 или 6 штук. Жалко, что он там такое не любит. Смотрите, какие клевые шорты, светлые, тонкие. И футболка 169, а шорты 229. Ну все, мы с вами на этом заканчиваем. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Много цен озвучила, показала. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И пишите, нравится ли вам такой обзор и проводить ли в магазинах такие обзоры. Всем пока-пока!